В исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов. В исправительной колонии номер 18 на территории, прилегающей к жилой зоне, при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение, был задержан житель Саранска, при котором были обнаружены изъяты 3 мобильных телефона и 2 сим-карты. В этот же день на территории внешней запретной зоны инструктором-кинологом был обнаружен сверток, в котором находились 2 мобильных телефона и 2 сим-карты. Составлен протокол об административном правонарушении. В исправительной колонии номер 17 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 10 годам 3 месяцам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 6 мобильных телефонов, а также комплектующие к ним, 2 пары наушников и 6 USB-кабелей. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом в разделочной доске. Проводится проверка. Марина Ханеева, начальник пресс-службы УФСИН России по Республике Мордовия.